Вкусный и простой салат на зиму из огурцов и моркови. Подойдет как к мясным или рыбным блюдам, так и как отличный вариант закуски к горячительным напиткам. Приготовить маринованный салат из огурцов и моркови легко и просто. Маринованные огурцы сами по себе хороши. Дополним их морковью и чесноком, и получится прекрасная заготовка на зиму. Зимой останется лишь выложить салат на блюдо и полить его растительным маслом. Вкусная закуска хоть на каждый день, хоть на праздники, готова. Огурцы 2-3 штук. Морковь 1 штука. Чеснок 2-3 зубчиков. Гвоздика в бутонах 3 штуки. Перец душистый горошком 3 штуки. Лавровый лист 1 штука. Соль 1,5 чайных ложки. Сахар 3 чайных ложки. Уксус столовый 9%, 30 мл. Вода 300 мл. Количество порций 1-2. Подготовьте все ингредиенты. Морковь натрите на крупной терке и выложите в глубокую миску. А огурцы нарежьте в форме полуколец, толщиной не более 0,5 см, 5 мм, и добавьте к моркови. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. Чистыми руками перемешайте все ингредиенты для салата между собой. В стерилизованные банки положите лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Плотно наполните банки салатом. Вскипятите воду, растворите в ней сахар и соль, в конце влейте уксус. Готовым горячим маринадом залейте салат. Затем банки накройте стерилизованными крышками, поставьте их в кастрюлю, заполненную водой, и кипятите банки 10 минут. Столовые стерилизованные банки с салатом закатайте, переверните на крышке и утеплите привычным способом до остывания. Маринованный салат из огурцов и моркови готов. Храните салат в прохладном месте. Удачных заготовок!